31-летняя Мария Погребняк рассказала, что помогает ей поддерживать тело в форме. Супруга футболиста побывала на процедуре криосауны, которая также помогает избавиться от стресса и усталости. Мария тщательно заботится о здоровье своего тела. Блондинка регулярно посещает криосауну. По словам многодетной мамы, она помогает ей расслабиться. Бьюти-сеанс также способствует похудению и помогает избавиться от многих недугов. Погребняк рассказала, какого эффекта достигла при помощи криосауны. Ослабленная иммунная система, утомляемость, ожирение, проблемы со сном, депрессия, головные боли, остеохондроз. Это только часть того, что ликвидирует эта процедура, поделилась откровениями Мария. Модель отметила, что у криосауны есть и противопоказания. Не стоит соглашаться проводить сеанс при температуре. Как уверяет дизайнер, лечебного эффекта от этого не будет. Более того, принесет только вред здоровью. Погребняк заявила, что криосауну проводит при температуре минус 190 градусов. Звезда не выдержала таких показателей. У меня было минус 110 градусов. Мне очень понравилось. После нее я ощутила прямо нереальный прилив энергии. Усталость как рукой сняло, резюмирует она. Поклонники восхитились стойкостью Марии. Они отметили, что выдержать температуру в 110 градусов очень сложно. Вы героиня, не каждый готов свое тело в такие морозы поместить. Супер, я бы на такое не пошла даже ради похудения, подытожили фолловеры. Ранее Мария Погребняк резко высказалась о девушках, которые подались моде и сделали себе так называемые губы дьявола. Звезду возмутили медики московской клиники. Супруга футболиста рассказала о своем бьюти-преображении.